Спасательная операция идет в Бразилии. На севере страны обрушилась часть моста. Это случилось после того, как в одну из опор врезалось транспортное судно. По предварительным данным, оно потеряло управление, экипаж не смог остановить корабль. Сообщается, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля. Спасатели ищут пропавших без вести. В районе обрушения объявлен режим ЧС.